Просто какая-то катастрофа, все очкуют. Леха, ну елки, у тебя 35-й сильвер, Леха, ты чё? Леха, не, смотри, смотри, там в конце Танково есть машина времени, мы тебя вернем потом в прошлое. Ты ничего не потеряешь. Но нам кардан надо найти, я не могу на УАЗе выехать. Ну директор, Леня не застрянет. Что, не очкуешь или что, поедешь? Не, думал очкуны. Не, мы всегда очкуем. Так, Михалыч пробует покорить. А тут с правой стороны очень легко. Покорить танковую пытается. Нормально идет. Пошел Леня. Ну, дубасят уверенно, красиво втроем. Да, вот такая танковая. Ну вот сложную часть проскочили. Там еще будет место, где УАЗ сидел. Но Михалыч справа обошел вроде. Или оно чуть дальше, наверное. Да, красиво. Как-то испугалась сегодня танковая, хотя обычно, когда вода здесь, более-менее можно ехать. Последние разы проезжали тут беспроблемно. Я даже на переднем приводе задом. Да, дубасят уверенно. Так, покатуха сокращенная, все. Заканчиваем. Ну, чуть нормально катнули. Или продубасишь вперед чуть-чуть. Финиш, короче. Едем. Прыгаем в Ниву. И полетели. Улетаем. Всем пока, подписывайтесь, делитесь. Катнули все равно четко. И дня хватило, нам даже не потемнело. Еще час светло где-то будет. Ух ты! Куда это мы? Красавица, не нравится.
просто молодчина. Я даже, честно, есть были места, где Унемогу было по пол колеса. Кстати, как там в Унемоге? Камеры, все дела. Там Паша напичкал все. Какие-то торпедки. Тойота уехала далеко вперед. Нету лучше машины. Я кайфую от него. Вот. Прямая трансляция специально для Руслана. Ой, тут надо держаться. Оп. Зрительские места, они вот такие вот. Зато бесплатные. А ну, Ленчик, давай поворот. Оп. И мы. Оп. Ой, чё? Кайф. На круг подсчета. Хорошо. Так, а есть, оказывается, что дорога, вот я по этой еще никогда не ездил, интересно, надо катнуть будет. Оу! Где там Тойота? Так, что-то у Лени произошло. Оу! Если что.
разваливать. Я так растряслось. Посмотрим на его задумчивое лицо. Он, наверное, принимает какие-то серьезные решения. Так, что сделать? Заводиться или не заводиться? Что будет дальше? Так, а где Toyota? Toyota решила с нами не ехать. Не, ну тут, конечно, тут можно было подзакидать зажигание. Блин, какая светилка у Паши прикольная. Светится рядышком. Что, блин, будем делать? Заводиться? Она крутит стартером? А? Стартер крутит? Стартер крутит? Стартер крутит? Крутит. Стартер крутит, она не заводит. Ну, я думаю, на катушке вода просто попала или на свечи. Она там у меня накрыта, блин, вообще-то. Может, как-то проникла. Вот, может, ты, ты нормально нырял. Оно начало тут чих-пых, чих-пых, чих-пых. Так на фуранере у меня. Ага. У меня как-то я покручу, оно пробиздевалось и начинало ехать. Красота. Ну, скорее всего, свечи залил. Веревка есть? Да. Да не хотелось бы, скажи, по воде ходить. Не, надо подождать, Паша. Я так уже делал. Классно, едет она. Я вообще не понимаю, что те все остановились. Ты видел, да? Ну, ехать можно. Сказать можно. Ну, не знаю. Кстати, расскажи мне, там есть лифт не кузова, а рамы? Чтобы, ну, раму выше поднимали, можно подвеску сделать выше, чтобы рама была выше? На этой машине и делали это? Да, $4000 комплект с Америки и $4000 работа. Здесь лифт за счет соседи делали пружины там низа. Кузов не отрывался от рамы. Никаких проставок нет, ничего? Нет, там вот такое. У тебя зубная паста выпала, Леня, он плывет. Это вазелин. Или вазелин. Это вазелин, Леня же шумажит перед тем, как выезжать. Ну давай. Смотри сейчас, полоборота. Педаль в пол. Да в педаль в полу. Стоит, дымит, фотку сделаю. А можешь еще раз свернуть огнем? А он же делал это? Выстрелил из глушителя такая, сантиметров 15 пика. Да ты шо? Что там? Ну, Паша просит тебя повторить выстрел огнем. А что там, что-то было? Ну, я не видел, он говорит, первый да. Первый раз было, когда мы подъехали. Вот так где-то нет, свернуло. Это не сгоревшая просто. Откуда он там светится? Запчасти на LX сейчас пойдут. Давай что? Налево вытянем. Да, давай вытянем и все. Свечи. И к вазелину уплыл, уже нечем мазать даже. А зачем лебедку? Давай сейчас Паша вперед проедет, я тебе трос отсюда скину и ты зацепишься. Прям подъедем к тебе задом, чтобы без воды, как говорится. Как нам метр надо, троса. Давай 2 метра лебедки отмотай и вытянем тебя. Не, мы можем вообще его набросить. Какой нам нужен, поехали спокойно. Ты это пишешь? Конечно. Молодец. Ну, сыновьям, детям оставлю. Замечательно. Как мы разговаривали, как говорится. Это типа... Во! Во! Уже есть звуки какие-то. Нет, это он лебедку разбавил. Ой! Ой-ой-ой!
хорошо ездит Паша вообще, получается у него. Он даже когда автошколу заканчивал, говорит, ты лучше всех ездишь. Да, задом подъезжает и вылазь на капоты. О! Пробуй там. Ну да? Ну вытянем тебя на этот. Посмотри там, а. Сейчас, подожди. Аккуратно с телефоном. На, держи. Серьезно? Да, да. Я разберу. Закончение же не нажимай. Да. Окей. Ага. Акробатические способности Паша нужно проявить. Есть. Прошу. Давайте, поехали. Можно ехать, Паш. Стоп, стой, стой! А, все, нормально, поехали, поехали. Сейчас он сюда левее берет. Все, ты наехал на трос, поехали. Опа. Объездные пути. Эй, сейчас Леня, как обычно, перевернется. Садись, Лёнь. Вот уже ж Паша. Лёнь, давай попробовать с толкача заведиться, чтобы она... А? Так оно заведется с толкача, если оно так не хочет. Ну как, она наоборот так будет хорошенечко ему. Так если нет искры, оно все равно не заведется. Да я думаю, про... О, конечно, Лёнь, крота везде. Катушечка. Трамблерчик, блин. Я не знаю, попала туда вода или нет внутрь. Не уверен ты, да? Нет. Надо бы оттянуться. Надо бы оттянуться, включить трекер и спокойно. Оттянуться, если я на лебедке, я же... Не, ну давай трос, давай трос. Давай трос прицепим. И толку. И трекер включи, она сейчас по прямой просрет и все, и появится искра. Я тебе говорю, так всегда делал. Думаешь? Ну, отвечаю. Правда, Дерев, включай трекер спокойно и все. Она сейчас трын-трын-трын и заведется буквально через 100 метров. Чем будем стоять, она тут дольше будет сохнуть. Ого, блин, какие-то доски. Покажи доски. Прямо в ремень ГРМ. Покажи доски. Да, бля, вот тут торчала доска. Нифига себе. А у меня не оборвался ГРМ? Вот в чем вопрос. Вот сюда, блин, встрял, блин, в кожух, встряла палка, да, и туда, блин, дальше. Надо покрутить, посмотреть, ну, как это. Да не, не оборвался, думаю. Сюда какая-то доска, оторвался бы, чего? Мне подсказывает, что ты меня обманываешь, Олег, мне сказать хуже. Что? Не слышу. Короче, блин, мне залетела доска сюда, блин, и встряла, блин, сюда, блин, в кожух ремня ГРМ, да, что там. О, где это самое, где всегда. Залетела доска, пробила ГРМ.
Я не знал, что там дальше, что начали. А нужно посмотреть, будет крутиться все или нет? Да, посмотри, крутится он или нет. Ну, сейчас. Может, фазы перекинула? Скорее всего, что клапана погнула. Поэтому не, оно не гнет клапана, я уже перепутал. Да? Ну, смотря да. Насколько ты перепутал. Надо да крышку открыть. Да не, крутит хорошо, ты что? А ремень ты же не видишь? Надо ремень открыть. Так если крутится, значит и ремень крутит. Что крутится? У тебя крутится коленвал и крутят все ремни. Это самое. А ГРМ может стоять, а может не по меткам быть. Видишь, прям в него попала дрожка, она давай. Там вот так вот торчала. Так что, раскручивать? Ну, открутить крышку и отодвинуть это самое, посмотреть туда внутрь, типа... Едет бригада скорой помощи. С ключами, запчастями, с ГРМ, с поршневой группой сразу, ну, полностью заряженные. Сейчас будем коленвал менять. Точить может сразу где-то здесь. Вот здесь вот у Паши. Надо станки ставить. Паломники, блин. По святым местам, да, Макс? Паломничество. Ух, какая нивка. Чья это такая?